Да они что-то лупят больно. Кровата сока брони у тебя? Пока не знаю. Так как? После боя скажу. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет... Все запомнили, Браска мне пати не кидал. Пускай потом не обижается, что на РТ, блядь, не беру. Да ладно, ты пишешь неправильно. Да плюс, я откуда знаю, что это твой твинк? Сука, он такой... я ж тебе сказал, Лёха. Он такой говорит, вот, говорит, Хант пишет, говорит, я пишу, типа, нужен Хант, он мне пишет, Хант, пати, да. Так я написал, типа, ДПС, ты мне пишешь, типа, вот ты чё, дебил, дай пати, ну это фу какой-то бешеный. Не, а сейчас у меня в голове складывается, почему тебе дебил пишет. Он думал, ты его знаешь, что это он. Сука. Вот если бы у Лёхи были ники, типа, пианист, гитарист, виолончелист, там, ну разные такие, что узнавать, типа, можно... Саксофонист. Да, да. Барабанщик, ебать. Это, блядь. Разверните, маба. Че, будете или такая вот? Ну, штук 10, наверное. На орде банально, блядь. И 10 винов где-то на альянсе. Так ты чё, идёшь с нами? Нет, Лёха? Да его вон взяли уже. Уберите мамба сзади стоит. Какой нормальный пук тебе напишет? Ты чё, дебил? Дай пати. Скажи мне. Это не такое пишут. Лёха, ты сомневаешься, да, в возможностях пугов. Они ещё похлеще пишут, нахуй. Есть такие просто непробиваемые. Мне показалось, что в Раске непробиваемые. Нет, я просто собираю, мне вот такие тоже челики пишут. Типа просто плюс инфу, мне это ничего не дает. Надо ж нормально писать, что ты там, блядь, ДД 260, там сколько-то ДПС. Я тебе написал Хан 260, блядь. Нет, я когда у тебя спросил ДПС, ты мне написал Хан 260. Знаешь, у меня другая картинка в голове складывалась. А ему еще говорят, ты чё, ёбнулся? Это типа Лёха. Он такой, да ну нахуй, это не Лёха, типа. Он сказал, что это может быть, а не он. Моб сзади, заберите. Я не знаю, я к Войду отправил, типа. Ой, пускай он пишет. Обычно друг на друга поперекидываешь, блядь. Я ЗСУ, если что, зайду там. Старика сразу подъебал как-то. Ну да. Сука. А я в Дискорде поцелов подъебал, когда я сидел. Я говорю, здорово, мужики, все такие здоровые. Я говорю, ну с праздничком, хули вас. И ты мне потом в личку пишешь. Брат, привет, танки, но меня не забил. Клянусь, я сегодня с утра чуть не умер. Вот вчера нахуй вертился. Так я таунт не жму, я бью просто слайм. А я заебался. Вот пришел отдохнуть. А, ты работал, что ли? Ну да, работал в первой половине. Чё там, рога есть нахуй у нас? Иди ловушки обезрежу. Ну как? Загоняй ещё раз, иди съебани пуган. На жену работал.
Обезредили, заебись ловушку нахуй. Так и я умею нахуй. Еще одна, да? Слева там одна какая-то, не? Короче, на сложных боссов с собой зайду, на легких хантом побуду. Да вон, я же говорю. А, вон Женек очнулся. Женек, ты слышишь меня? Ты этим, кем пойдешь? Демоном пойдешь? Как пятая ката может давать 13к ДПС? Ну легко. Спокойно. Задонатил все шмотки, давай. Даже 20-ку. Все шмотки задоначены. Ну да, в этом серве это не удивлено, потому что в натуре, если он задонатит, хули он фуловый, блядь, и седьмой катой может тебе ДПС дать. Полинкуем еще раз этот, ну, диск. Хант не донатный. 260. И объяву надо будет. Слышь, Войт, объяву еще раз потом кинешь, что кому надо шмот, вся хуйня, обращайтесь. Да вниз зайдут, так просто голосом скажу и все. Да нет, там будут ныть, кто не видел. Два тела поспамьте там, поищем кого-то. Да я спамлю. Желательно два кастера. Да миликов дохуя, конечно. Вроде ханты и есть, но кастеры получше. У меня, если что, тоже синдрона сову зайду. Да пройдем, на фул добьем. Там, если что, в процессе фуга отсеем тупорылых. И с гильдии кого-нибудь возьмем, народ онлайн появится. Блять, для того, будут того... пиздец, тогда то. Ну да, если жестко тупит, нахуй он нужен в рейде. Ты точку убери. 38 тысяч в раз. Че так мало у тебя? Это саура, ты считаешь? Да. У меня, блядь, 37. Ты про что имеешь в виду? Ну, я броню спрашиваю. Вон шторы, нахуй, дырые, хули он не в рейде? Это без бафов или без бафов? Ну, те, что сейчас имеется. Вон вага есть, блядь, резист. Без бафов 35-600. Сколько процентаж? 71. Почти 72. Нормально хоть. Не знаю, у меня с бафами 37 сейчас. Ну а если уж тебе точно 38 537. Почему? А че у тебя типа на 1к меньше всего? У меня в таком гире. Ты поезд. У меня поезд броню не дает, у тебя дает. Да я тоже думал, у меня типа есть такой. Типа не хочу одевать его пока. Зато у него блока больше и татов больше остальных. Че, все, кто ниже меня, кикаем?
Есть такие, кто ниже тебя? Сейчас увидим. Типа щит у тебя лучше, по идее. А ты фетиш напялил. Так. Это ты, в смысле, без чешки, да, говорил? Без всей вот этой хрени, да? Не, полностью. Хрени, я ж переоделся. Сейчас тогда нормально. Закончится. Типа чешка 2к армора дает. Лететь буду, блядь, вечно в своем маунте. Женя, въеби шкаф, каре, фикаши. Добрал войт или еще спам? Еще. Ну маг принял, потеливнул. Да нахуй Инсон нужен, 255-й там. Че у вас, парни, много мест там еще? Один слот, но... заходи. Заходишь? На ДК могу зайти, только у меня на локе КД. Давай, давай, зайди. Да? Как это? Как раз вместо Враски. Враска ДПС это хилище даст. Ну, что, мне ДД спекаться, да? ДПС, сейчас он зайдет. Да. Так я тоже хотел подамажить, чё вы. Ну, придётся потащить. По очереди через одного босса. Блять, это гемор, мне вот, знаешь, как ману отпиваться каждый раз. Да пусть Враска уже тогда танчит, чё. Это блять, ничего. Да ладно, я на орке только подамажу, так потанчу, похуй. Ну и всё. Плюсанёшь там. Я лучше послакаю на танке. Как пожимать, хотите, между собой договоритесь. Пусть осколки отрабатывает, сука. Холика его сейчас пекнем, да? Ну, конечно, блядь. Шмот ролит на холика, кстати, я чуть не замечал. Это страта нерабочая, да? Этот квест на осколки линковать, ты скажи. Денчик говорит, ролит, ролит. Да, кстати, квест на осколки Лёхи линковать, да? А ты на ком воет? На Варе. Воет, напиши 4 буквы, и все, и найдешь меня. Суманить. А тут Женёк АФК сейчас, блядь. Заебал нахуй. Ты укикни, он сразу придет. Не, он меня предупредил, что отойдет, он написал. Блядь, он уже вроде пришел. Приступать вообще сегодня будет. Что будет? А да самонит он в драконьем по гости. Да, сейчас весь рейд придет, я поставлю рыбу. Тупо один Женёк АФК. Надо выйти на сумон, если это анонси, лока анонси, нам по-любому лок нужен. Если найдем лока, нахуй, заменим, в пизду его. Женёк шкаф. А вот он принял, слышишь? Принял. Назад иди. Все, пришел. Слышал, что его кикать хотят, сразу вернул. Не, ну не предупреждал, что и Термион на сумонте кто-нибудь. Тить-кати. Блять, вот ники на. Это еще хуйня. Титька буду называть. Есть еще хлеще. Ох, а тебе пишут, нельзя к этой цели применить. Да, потому что уже сел, да, уже. Я уже здесь. Чё, Враска как первый раз, блядь. Всё, последний сумон кинул. Значит, ребята. Так, рыбу те, ставлю. Есть рыбу, те, кто солчата. Значит, правила рейда очень простые. Если даете меньше танка ДПС, можете сразу вливать нахуй. Это самое. Значит,
Буе, осколки, анрол и один анрол на продажу. Из того шмота, что падает, присматриваем себе шмот, если вам он очень нужен, мы вам его можем за анрол. То есть анрол продается. Предложение в ПМ РЛ по поводу, ну и как время будет подходить к разролу, порешаем, кто получит анрол. Вот тактика, все дела. Не будете косячить, ваш ник не будет произноситься и пройдете далее. Сейчас спокойно убьете все. Пройдете фул, да, у нас практика есть, люди закрывают, которые не тупые пуги. А паладины, вас штук 10, наверное, я даже ну, не могу сосчитать, столько пальцев нет, блять. Я думаю, с бафами нет проблем, да? Все бафы должны быть. Там вроде назначено. Все, все готовность да. Приняли. На танках метка звезда, кружок. Даю отчет на пул. Где он у меня? Жди, я ж Дэнни спекнулся, какой он на танк? Спекайся. Сейчас я как раз макрос вытащу тогда. Кто со мной танчит? Халфейн, ну, ДКшка. Кават. Кават и ДК он. Делорус с тобой танчит. Все, я готов. Еще раз тогда чек. Погнали. Гибучие фрезы из пула. Шип сзади разбейте. На мне. Осколки увидишь, скажешь? Нет. Идем трэш. Ну и что, нужен нам рога, который дает 6 кдпс? Рога, хант, там что-то такое себе. О, квест. Хант потом на сову зайдет. Рога может на шипе был, тут особо не посмотришь. Мак один у нас, мак, слышишь меня? Да будем делать квест? Это Нурсия. А, да, это Нурсия? Да, да, она поовцует этого хуеплёта, ДК вытянет его. Да нет, они его вытянут, я могу просто контроль дать ему. Ну или контроль дашь. Конечно, квест сделаем, хуй нет. А, и самое главное, ребята, забыл вам сказать. По поводу спека основного, и второго, и третьего, и десятого. Значит, если вы ничего не сообщаете РЛу, то вы ролите шмот на главный спек, на тот спек, в котором вы идете. Если вы
у вас фуловый спек, в котором вы сейчас, и вы хотите на другой спек, то об этом известите заранее, то есть, чтобы я об этом знал. Чтобы не было такого, что у меня ретрик на холле пала. Блять, ну как-то отвести надо помощников, отвести. Как-то надо просто отойти от них. Все, кто упали, бежим. Там в смысле, отойти, убивают. Он в рейд просто я забежал и его кинул тычку, блядь. Танки-то собирать, их отворачивать. Да он его просто наверх поднял. Батя просто не дохнет, а вагоны дохнет. Это на ханте так. Ага, на вагоны, да. Тут, мне кажется, уже все пуги должны знать, что помощники взрываются. Не-не, с Рогой надо что-то думать. Рога, ты в 10? А там шипы на секунду разбивались. Какие шипы, блядь? Чё с ДПС? Чё так мало? Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет... 410. Метасокета даже в башке нету. Винтовка гает, Равен. Блять, да вы чё прикалываетесь? Бежим. Хоть бы метасокет башку поставил. Там вестника убейте, череп. Чепич. Бля, конечно, Рога без обид, но ты вообще не подготовлен. Уж метасокета в башке нет, это пиздец. Чарки. Нет, не на плечах, не на грудаке, не на... Кават, давай ты начинай вытягивать, я потом что-нибудь заберу. Да. Я ебал, блядь, побежал и кинули меня, похуй на танк. Ты писал про ДПС, правильно? Да, он говорил десятку. Ну что, меня, тут тогда без обид. Если бы хотя бы камни чарки поставил, было бы там спокойно десятка. ДПС у него. Это сокет не ставит, но это уже. Да там да, один это сокет ему статы подвинет. Ебаный урод, что они там на 30 ставят? Это сокет один, да, даст неплохо ДПС. Ему только сам сокет даст, он заебись ему прирост. 200 голды он стоит. Да мне здесь какие обиды здесь, бля, писали, ДПС даешь, ДПС не даешь. Хуй с ним, был бы у него даже шмот через жопу, но он, блядь, ДПС не дает. А вагоните вон. Рога после сурка чарится и летишь. Не чаришься, после сурка заканчивается рейд. Для тебя. Метасокет в бошку еще. Так что пока думай там, что где у тебя будет. Я просто в предвкушении квартальных боссов и лича, что будет с Рогой, понимаешь? Я вот уже в предвкушении. Там ему не светит. Ну я про это и говорю. Я просто думаю, это Рога сводит, наверное, ДПС. Можно, конечно, пойти на уступки, блядь. Четырех боссов ему попробовать дать, чтобы он паролил. Ну это чисто на уступки, а по правилам мы уже должны его поменять, потому что про ДПС писали. Не знаю насчет пароля, он никто ничего не ролит пока. Да не гони, ты гонишь, прикинь, челика, какая фигня, если он у них волис ролит. Шестюка ДПС. Не-не-не, забудьте, какая воля. Я в осадок выпал, на самом деле, Бэйси, так случилось. Ему воля на мутика нахуй не нужна. Помочь Рога. Ну, у Роги ж не один спят. Ну, он там в мультике, наверное. Я не вижу у него второго спят. Лучше комбат, конечно. Комбат больше запрещен. Не, в его шмоте лучше мультик. Чё, поехали? Рыбу погоди. Ставлю, погоди. Ты где был, слева или справа? Да мне без разницы. Давай ты справа и моб с лестницы. Друидов как говна, контрольте. Дайте приставав.
тот же. Вернул она за контроля, да? Да, конечно, делайте квест контроля. Как вы смеете вступать в эти священные покои? А чтоб не солили они его. Ну квест взяли, делайте. Достал. Отведите, он в рейд бежит, сейчас его убьют, блядь. Дарнована я сагрил, не бейте его. Там уже порчу повесили. Похильте меня. Что там, повисите кто-то на нем? Сейчас жаба спадет, видите? Сзади моба заберите. Череп убейте. Все, сейчас фаза будет. Кого плави? Че по Гере? Давайте. Гера была уже, она была уже. Давайте еще раз. Была. На леди Гера. Давайте Геру. Ваша смерть. Ну, боевка. Понял, на 12-ю позицию поднялся. Так, а рога сколько дал мне, интересно? 7900. У тебя там какой-то Гарри Поттер идет, да? Да, жена смотрит. Так, смотри, сейчас прям вот туду, вот какой нужный камень. У тебя бы багруха упала сейчас с мешка. Я как реждал, блин. Что надо сделать? Маг. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету.
Белорус, ты где? Давай на корабле там, подержу Мурадина. Идем на корабль. Время, деньги, друг! Кстати, ты по части того говори, пуги пишут. Мне тогда пуг предъявлял, что я ему, короче, долго отвечаю, короче, в ПМ. Сила и честь. Я что-то с кем-то в Дисе общался, и смотрю, он мне пишет. А что ты слышишь, я тебе пишу, а ты мне так долго отвечаешь, он мне пишет. Ты скажи, в туалет ходил, да и все. Что такого-то? Потому что я тебе говорю, как помогаю вот собирать кому-то, это вообще для меня шок просто. А мы чё, Лёху-то не взяли? Вы двоих взяли, друиды. А их телепортнуть сейчас, если они рядом, их должно телепортнуть на корабль. Я, кстати, блядь, ранец не взял, комбат. Бери есть? Уже. Стрель, быстрее бери. Куда да. Ты, блядь, чё ты делаешь? Кто там спрыгивает, кто-то? Сейчас можно разбиться еще, вы че? Персик разбился уже. Меня протонуло. Че он там, блядь, спрыгнул? Хуёво. Думал летать у меня? Земля, прощай в добрый путь, что ли, там? А че, он в три пушки бьем? Пушки за ним. 50 секунд. Можно я сяду и не размер? Как улетать? Как будет, скажешь? Трэш на нашем корабле, не бейте. Все на тот корабль, короче, идите и там трэш бейте. Да мы тут справляемся, блин. А тут я просты прикольно фармят этих мобов на корабле, тупо в линии убивают сразу. А Мурадина вообще реально убить? Нет, один хп остается. Один хп, ну. Поверь, мы уже так делали. Сейчас пугом расскажете. Причем в ХМе. Не, может в обычке-то умирает.
Давай попробуем, сейчас посмотрим. Че я скинуть в него. Не, одно хп, ну. Вразка, что, спекнешься? Да я тут по одному, в смысле. А, ну давай, давай. А ты гонишь, может нам хватит на отхил, чтобы пробить, ты думаешь? Конечно. Че, мне потаунтишь? Нет, ты и так убил. О, что ты. Есть у кого этот мамонт? На пул. Строго после сурка чарится идешь. Плюс рейд. Вы на лестнице его танчить будете? Там где стоит. Да, да, на лестнице. Семьюс тут. Два шага назад сделаю. А так будет там, где стоит. Поспрашивай в рейде, инчат. Да, блять, видишь, чтобы он постоянно метку на одного кидал, под конец метки таунтить, будет на одном чуваке метка. Боешка? А. На ауке есть. Сейчас. ДЦ тут? Кто-то с хилов может подамажить, пока тут, там, или Денч, или оба. Спекайтесь, то спекнется. Ага, Денчик тоже можешь, если ретрик есть. Если что, рыба на возле. Вот же тогда можешь подамажить. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь. Алсемиус без ролла на этом боссе. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Я сильнее и могу. И на корабле. Чем ты можешь представить? Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Это потому что он пират? Да ФК ушел. Семьюс в Дисе. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля Лича? Let's go.
Спасайте сову. О. Предложение по воле в ПМ Орелла. Если рассматриваем как анролл. Куда я Лока? Елену, дядя. Пошли на чумку. Рога, чаришься. Деньги там, камни доставай там с банка. Там всего две шмотки, да, было? Печенька и воля? Да, да. Ну, две печеньки и воля. Что такое-то скудно. Ну, это же воля. Там как-то, наверное, суммируется, да, общий гир шмоток, их количество получается, наверное, как-то так? Там процентровка идет, там может две воли выпустить. Процент дропа лута идет. Кто в курсе, сколько воля стоит с обычки? Лёп. 60. Угу. В обычке 60 воля стоит? Этот... Всё, Миос. Витай в Долоран, купи себе хотя бы, блядь, тринкет за 200 ОД. Который, блядь, не ПВПшный будет, а ПВЕшный, но он тебе больше ДПС. Да, я, конечно, вы меня извините, товарищи Хуги, но пиздец нахуй. Вы пошли в рейд нахуй, и сидят люди вам одевают, смотрят вас шмоты, подсказывают вам, что лучше сделать. Я просто нахуй, вот честно. Нет, это полпотребления. Ну а кто, если не мы? Хоть да вот. Не, вы хотите, вы осматриваете, а я ебал в рот учить человека играть, блядь. Я, короче, стою тут, рогу чаю. Если чё. А, ну тебе говорю, да. Сейчас хоть человеком его сделаете. Может быть, на выставку потом. А там он стоял, этот тотем? Ну там стоял, он его поставил, то есть. Ну, крита хоть будет больше, ты ни одной гильной шмотки, ты ходишь в фьесфилде, блядь, в фьесшмотках у тебя через 2Т4, 2Т10. Там хоть крита тебе добавится, будут у тебя белки критовать побольше. Да нет, поверь, это я его только еле слышу. Хуйня, нет. Да? Блин, блядь, пикните их нахуй. Не, Женька почти не слышит. За уши как будто держат тогда. Чтоб
тебе там дает 2 стата, блядь, чтобы поди. Женя, тебя не слышно, еще раз говорю. Что КП зеркало дает? Косарь. Не дает, это крит дает, по-моему. Косарь же, не? Да, при проке косарь. При шансе крит, да, крит. Ну, и теперь считается. Сколько это? Не, ну она лучше, чем ПВПшная. Она лучше, чем ПВПшная. Она лучше, да. Он с этим зеркалом будет долго ходить. Сколько дает, блять, одна сила, сколько она дает там П. Первый у него. Второе считается, блядь, вместо реса. Дополнительных. Сколько там дает крита? Сколько крита зеркало дает, не помню. Блять, 60 вроде или сколько там? А вон у ханта есть зеркало. Смотри, рейтинг критического удара дает и при нанесении силу атаки на 1к. Сколько крита, сколько на 1к? 1к сил атаки. 84 плюс там. Ну и плюс 1000. Крита, 2 почти. Великана ёбните сначала. Следующую волну кто-нибудь другой дайте. Гнев небес паладин. И выйдет. Проведи великана, алло. Рога, ты понимаешь, тебе не хватает просто дать на грудь тех элементов, которые эти скидки. Давай я тебе, короче, обратно все отдаю. Иди чай. Я за тобой бегать сейчас не буду. Я вижу, что ты хочешь зачариться побыстрее, но надо было раньше побегать. Кат, забери, пожалуйста. Рад помочь, но ничего тебе делать не могу. Мне интересно, это его первая целка вообще? Вы когда вот ребята пишете, ну кто там? Пишет 10к. Вы сами в это верите хоть? Ты пропадаешь, Войт. Я к тому, что если вы так пишете, то может и шмот ваш потом тоже пропасть, блядь. Как и ДПС, который вы говорите, который не дается, по вашим словам. Чё, души сосутся? Души? Ну тут кто-то в рейде же просил. Второй активируйте. Это из дисплей ДЦ, пал какой-нибудь, во. Все, Рога, я тебе все отдал, что ты делал. А это получается, я душ много потерял, да, сейчас? Трэш убейте сзади. Тут тоже в целом могу. Тут на собаках можно было насосать нормально. Угу. Хоть шкуру, если с нее не сдирать, там можно, блядь. Тут кто-то снимал шкуру. Да, много я потерял, короче.
Проебался. Ты там Рога сам, видимо, не понимает, что он. Поднимайте, народ, я рыбу ставлю. Вы видели этот скрин, который скинул, не скрин, картинку, которую скинул, блядь? Правда? Вот не, в тем... Во флудилку? Нет, там, где тактика на Лара я продает. А, ну. Это ж фотошоп, я надеюсь. Я на форум закинул. Где а в магазине я... тактика на Лара 999 да, бонусов? Да, да. Ты про это что ли? А ты где, Лёха, мёртвый-то? Да, Лёха, у тебя сколько этих ханков, блядь? Я на форум закинул эту херню, там лайки-лайки собираю. Лежу возле входа. А чё там за картинка? Давай мы сейчас суманём, наверное. Покажите мне, как... В коридоре, лестнить его. А в коридоре? Куда зайти посмотреть? Да во флудилке тоже есть, типа у нас джокерские два. Значит, споры. 8 марта? Нет, там, не, блядь... там... за бонусы тактика на Алара продается, блядь. 999 бонусов. Картина. Это рофлы я видел, типа там еще на форуме лучше есть. Это я скинул на форум, блядь. Три споры, три метки. Нет, там не такой кто скрин. Вы? Там не такой скрин. Я еще вчера видел. Отчет. Повеселимся. Откинешь по мне лонжер там вести, когда будет взрыв. Ага, достаю. Одну спору в мель. Андро, останься в РДД. Короче, еще массакр надо будет. А у кого на тьму стоит, да? Дадите мастера. Да. Хорош. Женек, ты в 10, да, СС? СС.
смысле, промазал, нажал полтос вместо бабла. У меня полтос бабл. Забрал. Уже не будем. Не будем сбегать. Только один раз вдохнул. Недолго музыка играла. Как раз чего? Че, 10-й это был? Или ты скинул? А. Вставай. Ребусы свалили. Че, ДК не спекнулся в танк? Да мы в одного тут. А сколько там КД вешается на эту хуйню? 2 минуты еще. Тут выбираешь либо бабл, либо полчас. Надо было тебе диван дать. Считай, что диван дать. Как взрыв добьем. Да на мне это сбил, или нет, кто поесть. Десять. Кто? Кован просился? Как и гниломорт. Молодец. Что я просто по голосу не понял. Я Кован тут. Да, да, все правильно. Блин, всегда забываю здесь душу. А типа тинки вообще не так. Че, ни у кого квеста нет? Босс остается. Рога пишет, реги прикупил, что делать? Что, мы будем его обратно брать? Я пока не могу использовать эту способность. Ну его если брать только на 2 боссов оставь. Чё по Гере? Давай, раз, на боссе ты или на этом? Не-не, я половлю слизней. Yeah.
что, сразу профа или потом? Сразу. Так я на сову зайду. Приятно. Чё, лопать будем или чё? Лопать? Хочешь? Зависит. Да. Там может скинуть. Держи в рейде, захиливайте. Да он на сердце кончил. Да я ауру включил от этого. Природа. Осколок. Новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть. Неужели? Хоть еще один. Он оставил море слизи. Тебе сколько уже? По ней в круизы. Ого. Забирай. Да я поэт. Потрясающе. Раска, сколько гривен накопил? 14. Рога, ты вчарил что-то там? Камни вставил? Ну, он мне написал, что на реги прикупил. Чего тогда суммоним его? Вот, давай за. Да, давай. Камни за ОД продаются. Надо РДД лучше, наверное. Даже в ПВП сейчас такой гир не собрать, наверное, 290. Нет, еще не купили. Рога, тактику знаешь? На всех. Ки нахуй всех, он не нужен нахуй на Личе там или на Синдре, блядь. Нахуй так, его гонит. Ставить или стоит? Че, подожди, в гильдии спросим одно тело. И хант еще вопрос один. Да хант это Лёха, он сейчас на мазафакера зайдёт. А. Чё, в гильдии нет одного челика? Ну? Не хотят, суки. Да вон с профа от чего получит на первое время. Ничего-то чего не даст ему. В таком шмоте. Старый, а можешь циклоп бонуса мануть? Да, сейчас у меня. Давай, пойдем. Просто нахуй было столько УД тратить на этой 10. Ну как не даст, Зуламан пойдет. Кому здесь СС скидать? Фонтан? Так. Не, ну пока желания нет, возьми Рогу, чё ты. Пусть Ачиву получит. Думаешь? Да пусть, чё ты. Ну конечно, пусть Ачиву получит, Зуламан пойдет хоть завоевывать. Ну, пока там прокатит. Ачиву в десятке делает. Рога, тактику на профа знаешь? Ну, в принципе, если даже... А, убивал, ну так и смысл. Ладно, ставь шкаф там. Сумнем тебя. Если не будешь тупить, можешь посидишь еще подольше. На красного, главное, не беги. А там к Личу ближе поменяю. По шмоту тоже посмотрим, что кому надо будет там.
тебя, получается, не было на двух боссах. В принципе, там кинжал выпал, да, и ему он нормально зайдет. Если он зачарился, где у него сокет главный, блин, в башке? Чек на пол. Кукли кто? Этот маг коват. Да я чё?